Вышли на прогулку после обеденную карьеру, а здесь лебеди плывут. Кайф. Так быстро. Так, главное, чтобы не начали кусаться, потому что это уже было. Они еще что-то разговаривают. Ты слышишь? Такой красивый, серенький. Руками. А все равно их нельзя кормить хлебом. В смысле? Нужно зерен. Ну какой-то надо, да, что-то с собой. Видишь, они здесь сейчас живут, можно приходить и подкармливать чем-то. Класс. Лебеди со звуком. Я помню, прошлый раз ты так когда делал, а потом меня кусить пытался. Ого, ты какой! Смотри, какой он большой! И красивый, да, правда. Но шея видно такая еще, видишь, не перышко, а пух. Это сейчас было смешно очень. Максимально. Вы видели, как так делают утки? Ну, когда такая большая жопа поднимается вверх, это просто смех. А сделай еще раз так. Нет, все, нет. Очень интересно, приплыли, когда увидели нас. Где-то там мы подходили к берегу. Мы их ничем не покормили, и они уплыли. Пока-пока.